Этот человек разрезал свою кожу и вынул механическое сердце. Он почувствовал боль и глубоко вздохнул. Мужчина отбросил защитную пленку аппарата. Затем он разобрал устройство и вынул аккумулятор. Батарея была на исходе. Мужчина заменил ее самодельным аккумулятором. Он хотел, чтобы механическое сердце продолжало работать, поэтому спрятал 3 батарейки во время работы. Мужчина модифицировал батарейки и склеил их вместе. К счастью, механическое сердце снова заработало. Он улыбнулся, но вдруг машина запросила пароль от батарейки. Мужчина впал в отчаяние, потому что у него не было пароля. Механическое сердце не могло запуститься. Тело мужчины становилось все слабее и слабее. Он позвонил своей дочери. Мужчина хотел использовать пароль от батареи своей дочери. Он записал пароль своей кровью, но разрыдался. Он очень скучал по своей дочери. В конце концов, мужчина передумал использовать пароль от ее батареи. Он потерял жизненные силы. Его тело постепенно теряло силу. И в конце концов, к сожалению, он лишился жизни.